Важная информация для тех, кто собирается получить водительское удостоверение или продлить старое. Повышение цен на медицинские услуги не будет. Поводом для волнения стала информация о том, что освидетельствование в наркологическом диспансере возможно только при сдаче двух анализов – мочи и крови. Соответственно, возрастет и цена. Такой приказ действительно есть, и он должен был начать свое действие 1 июля этого года. Стремясь сэкономить, автовладельцы все как один ринулись получать справки от специалиста-нарколога. Оказалось, спешить не надо. С 1 июля 2020 года до 1 января 2021 года действует старый приказ, по которому для того, чтобы получить допуск от врача-психиатра-нарколога на управление транспортным средством, достаточно пройти только освидетельствование у этого специалиста. Соответственно, цены на данную услугу остаются прежними, и до января 2021 года они повышаться не будут. Ульяна Пятакова, Андрей Шоклев, Республика.